Всем привет, друзья! Вы на канале Экспировид. Меня зовут Виталий, и я продолжаю играть в Frag Pro Shooter. Разработчики выпустили новый тизер, в котором они анонсируют нового героя, которого я уже, кстати, показывал в одном из своих видео под названием «Новые будущие герои». Если вдруг кто не видел этого видео, то ссылочку на него я оставлю в описании. В нем я показывал несколько будущих героев, так что, ребят, посмотрите и будьте в курсе, какие герои будут следующими. Значит, друзья, это некий рыцарь, точнее, это даже не рыцарь, я сперва думал, что это рыцарь, но на самом деле это гладиатор, судя по анонсу, по музыке. Музыка, кстати, вообще здесь просто была охрененная. Именно этого героя и выпустят. Но, учитывая то, как его показали со стороны, то я так понял, что то, как он выглядит у меня в видео, да, то его просто золотой скин. На самом деле, это довольно-таки громезный такой здоровый дядька, который прикольно вроде, кстати, будет выглядеть. Да, нам его не показали полностью, но все же, я думаю, это будет некий танк. Я еще не знаю, как он будет действовать на самом деле. Его щит по-любому будет как-то с чем-то связан. Будем, ребят, следить дальше, обязательно вам все об этом герое расскажу. Но этот гладиатор, я думаю, будет того стоить. Какой он будет карты, я не знаю, ребят. Мне кажется, это будет, ну, точно необычный и, возможно, даже не легендарный. Возможно, нам все-таки выпустят некий эпик. Посмотрим. Давайте, ребят, сейчас посмотрим вместе с вами. Я уже показал вам этот тизер, вы, скорее всего, уже видели. Сейчас вместе с вами его посмотрю и, возможно, будем стараться обращать внимание на какие-то более-менее интересные вещи. Так, включайся. Блин, ну музыка здесь офигенная. Вот, ребят, мы видим, он готовится к битве. Смотрите, ребят, видели? Его щит ворочится туда-сюда. То есть, скорее всего, мы будем резать этим щитом. Он готов к бою. Блин, ну, ребят, это один из самых крутых тизеров из фрага. Видим статуи уже героев, которых мы знаем. Скорее всего, это будет герой ближнего какого-то действия. Потому что, судя по тому, что мы видим, он бежит именно, он, видите, дерется именно в ближнем бою. Он ничем не стреляет, он контактирует. Короче, друзья, я не знаю, напишите мне в комментариях, что вы думаете по поводу этого героя. Но мне кажется, это будет нереально круто. Я хочу им поиграть. Возможно, ребят, возможно, этот герой с помощью своего щита сможет каким-то образом даже противостоять Ронину. Не знаю, обязательно это проверим, потому что мы видим, что он не стреляет. Этот герой старается максимально контактировать с героями и атаковать их именно вблизи. Да, момента убийства нам не показали, но судя по тому, что мы видим, ребят, это будет танк. Это будет танк. Друзья, обязательно напишите мне комментарий, что вы думаете по поводу данного героя. Блин, я еще не знаю, как его назовут, но это будет очень круто. Лайк, подписочка. Всем пока.